Тарнгском районе осужден мужчина за покушение на убийство посетителя ресторана. Следствием установлено, что в сентябре прошлого года, находясь в нетрезвом состоянии, заснул за столом питейного заведения. По просьбе персонала кафе один из посетителей разбудил мужчину. Далее обвиняемый достал нож и нанес потерпевшему не менее 13 ударов. Ему успели оказать первую помощь. Приговором суда злоумышленнику назначено 9 лет лишения свободы. Большой груз загорелся на трассе Вологда-Новая Ладога. Происшествие произошло накануне днем. Как сообщает УМВД, по Вологодской области полностью выгорела кабина МАЗа. Погибших и пострадавших нет. Во дворе жилого дома стоит газель с подозрительными емкостями. Такое сообщение поступило спецслужбам. Специалисты обследовали место, емкости оказались пустыми. Выбросил в мусорку вполне еще нормальную машину. Такой шутливый комментарий к своей фотографии оставил автор. На кадрах автомобиль, который припарковался возле контейнеров. А этот мастер парковки сегодня полностью заблокировал другой автомобиль. Женщина с ребенком не смогли выехать со стоянки, мерзли на улице. Через час они ушли. Увидев, что претензии никто не предъявит, мужчина вышел и переставил свой транспорт.